Всем нихао! Вы на канале Земной Татьяны. Почему я по-китайски поздоровалась? Потому что у нас сегодня, точнее вчера уже, прошел китайский Новый год. Так что всех с праздником поздравляю, наших друзей-китайщиков, ну и вас в том числе. Если вы впервые на моем канале, то не стесняйтесь, подписывайтесь. Надо набрать быстрее 2000 подписчиков. Там немножко осталось. Ну и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. И лайк ставьте только после просмотра видео, чтобы YouTube засчитал его. Ну и пишите свои комментарии. Если они будут очень классные, интересные, я зачитаю их в ролике и отвечу на них. Тоже у нас сегодня видео будет. Ну, мы посмотрим донатик, оценим его, новиночки, какие-то нам новинки с обновлением. Кстати, кто не обновлял, обязательно обновите игрушечку. Посмотрим, какие же интерьерные новинки для дома, для семьи нам приготовили наши друзья-разработчики. Ну и раскроем тайну. А какую тайну, вы узнаете в конце. Китайский Новый год, год тигра, нам предлагают купить тигреночка за 999 за косарь. Ребята, этот же тигреночек, только перекраска есть в коробке, мы его обязательно посмотрим, как он выглядит. А дальше нам предложение от льва какого-то, это у нас костюм дракона, и, а вот это что, я не знаю, если что знаете, пишите в донате, может это анимка или танец какой-то, или поза, в общем непонятно для меня, там ничего не написано. Обратите внимание, как-то у нас меньше значки стали внизу. И теперь посмотрим новинки. Очень странные новинки. Я ожидала, что так как китайский Новый год, нам что-то такое вот в китайском стиле скинут. Но почему-то нас надели в какие-то американские, в общем-то, я забыла, как эти куртки называются. Они ведь как-то называются, напишите обязательно в комментариях. Ну и, в общем, стиль такой непонятно для меня. Я считаю, что надо новинки приурачивать к какому-то событию. Но если событий нет, тогда понятно. Но тут все-таки как-то они оплошали с этим делом. И, как вы понимаете, из новинок, из одежды покупать, в принципе-то, у нас и нечего. Ну, они не такие уж прямо дорогие, но и я бы не сказала, что они вот стоят тех денег, которые за них хотят. Ну, обычные, скажем так. Для мужичков тоже неплохие. Те, кстати, новинки, которые в прошлом видео, если вы не смотрели, по ссылочке в описании, обязательно посмотрите. Там новинки у нас были белые. Скорее всего, с конкурса мод эти новинки перекочуют в пятницу. Что в пятницу обозревать, если мы уже их видели? Ну, посмотрим. Там, может, события какие-то у нас будут. Надеюсь. Надеюсь очень сильно. Так, и теперь давайте от этого перейдем к интерьерным новинкам. Такие новинки нам давали бесплатно. У меня есть точно крыса с зонтиком. Какой-то подарок у нас был. Здесь стол для маджонга. Вот здесь, обратите внимание, 21 год, год быка. А зачем нам год быка, и сейчас уже 22 год? Ну, блин, ребят, надо как-то немножко было подсуетиться. Стол для маджонга. Я его купила. Кстати, новинки очень многие я купила из интерьера. Мне почему-то очень понравились они. Но я и решила доукрасить свою китайскую квартиру, которую мы потом посмотрим. Стол, в принципе, тоже прикольный. Мне нравятся такие интерьеры. Они такие, знаете, в таком национальном стиле. Почему-то здесь у тигра, обратите внимание, какие-то дырочки. Зачем они сделаны, я не поняла. Но тут еще какие-то новинки из старого, они промелькивают. Я уж не стала тут обрезать. Мне понравилась лягуха. Лягуха такая, не средних, небольших размеров. Ну, видно ее, по крайней мере, она прикольно выплевывает денежки. Блин, было бы так в жизни. Поставила лягуху, и деньги такая, плюм-плюм-плюм, сколько тебе надо, пошел в магазин, там что-нибудь купил себе. Так, ну это все у нас из люкса. По-моему, это в прошлый раз было. Да, все это в прошлый раз было, это интересно. А вот дальше у нас идет такая китайская тележка с зонтиком, я ее тоже прикупила, в интерьере вообще супер смотрится. Так, это тоже все старое, это нам не надо. Вот, лодочка с салютом. Салют немножко кривоват, но лодочка, я думала, что все-таки она будет как-то немножко побольше. В интерьере она поменьше смотрится, но все-таки салют есть, и салют добавляет такой, знаете, праздничной атмосферы. Так, это все из старого дома. Так, вот, еще, значит, у нас такой коврик, да,
коврик для пенька, пенька, пикника, коврик для пикника. Прикольный коврик, можно сидеть втроем и типа кушать. А вот этот стол прям вообще супер, мне понравился. Такой старинный, сделан красиво, прям идеально. Я его тоже сразу купила, и стоит вообще очень даже дешево. Вот это я почему-то не купила, но я думаю, что... Блин, посмотреть бы как-то вживую. Если это маленькая фигурка, я не хочу. А вот это прям вообще топчик, ребята. Я поставила, вы посмотрите, это классно смотрится. Прям мне запало в душоночку свою. Ну, у нас в комплектах почему-то сегодня ничего не добавили. Все старое осталось. Старое никому не нужное. Теперь мы перейдем в бренды и нажмем продажа, распродажа. Так как у нас китайский Новый год ассоциируется с красным, красный цвет богатства, то нам решили все красное втюхать. Но половина вещей можно сделать бесплатно в строительной машине, а остальные вещи, ну, не сильно прям привлекают внимание. Ну, я, возможно, ошибаюсь, возможно, здесь нет тех вещей, которые у меня есть уже, а я просто открыла магазин. Но обратите внимание, после обновления у нас почему-то все теперь на английском языке. Ну, как-то странно. А теперь в события перейдем. В коробке у нас тигрешенька такой цветной. Мы его посмотрим в конце. Можно выбить. Я его выбила в прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну и китайская локация. К сожалению, почему-то она очень не сильно красиво украшена. Стала она просто в общественных, а так она есть в частных. Можно там посмотреть. У меня так вообще зашибись красиво украшена. В конкурсе мод там есть китайский Новый год. Там есть платьица, которые, в принципе, можно и купить в локации китайской. Я вам сейчас это все покажу, и вы сами посмотрите. Но если вы захотите, как бы в конкурсе мод, почему бы не поучаствовать, лишнюю денежку и не получить. Так, ну, видите, локация как-то вообще не, к Новому году не украшена. Здесь у нас китайская тематика. И вот эти вот предпоследние два платьишка, как раз они там и есть. Хотите сохранить? Не хочу. Давайте. Значит, здесь у нас посмотрели. Дальше. Ну, здесь у нас донатная тема. И следующий магазин давайте посмотрим. Так, ну и здесь у нас новинки интерьера. Как раз и новинки, и старинки. О, дерево красное. Кстати, ребята, слушайте, надо сходить это дерево красное купить. Потому что его что-то я в магазине-то и не видела. Прикиньте, я сейчас только на видео это обнаружила. Ой-ой-ой, надо быстро-быстро покупать, пока оно есть. Я вам тоже советую, потому что... По-моему, его в магазинах просто так не найти. Если опять ошибаюсь, пишите в комментариях. Так вот, тигрошенька выглядит вот следующим образом. Красивое сочетание цветов. Не помню, насколько быстро я его выбила, но... Наверное, я думаю, он того стоит. Сейчас в доступе его как бы в продаже нет, значит, покрутите коробку. Но, учитывая, что у нас лимит на коробку, не знаю, сможем ли мы выиграть. Так вот, смотрите, как выглядит у нас, скажем так, этот коврик для пикника вместе вот с этим антуражем. Ну и заодно давайте, пока я тут сижу, посмотрим, какие комментарии вы написали. Не так много, но что есть, то есть. У нас от QTD, если правильно прочитала. Как долго вы хотите вести этот канал и играть в Авакин? Ну, слушайте, если видео заходит, если вам нравится, почему бы и не снимать? В принципе, ну и играть, если как бы это не занимает слишком много времени, почему бы тоже не поиграть? Пока не забанят. Чур меня, чур. Тьфу-тьфу-тьфу. Аденько перейдем как раз ко второй части нашего марлезонского балета. Так вот, комментарии. Хочется попросить тебя не сравнить постоянно Авакин и Зепет. Я понимаю, что это твое дело, но зачем постоянно говорить, что Авакин хуже? Просто каждый раз после того, когда ты говоришь, что обновление неплохое, дальше идет фраза по типу «костюм неплох, но текстуры, конечно, фиговые». Вот Зепет намного лучше, еще сами игроки создают одежду. Это разные игры, у них разные программные системы, скорее всего, Авакин такой даже и нельзя добавить. Вот, я тут, значит, поделилась с подругой, и она мне просто скинула скрины, а потом я в игре в Зепет просто нашла
некоторые вещи, которые абсолютно такие же, как в Авакин. Это говорит о том, что не Авакин слизывает или Зепета слизывает, а есть определенная программа, которая создает данные вещи. То есть просто копируете, разные цвета вставляете. Вот, например, наши крылышки. Посмотрите на них внимательно. А теперь посмотрите на крылья Зепета. Чуете разницу? И я не чую. Абсолютно такие же крылья. Даже есть другие цвета этих крыльев. Вот, пожалуйста, вот вам розовые крылышки. Не удивляйтесь, если такие же крылья, только другого цвета, появятся в Авакин Лайф. Что, разные программы, скажете? Или, пожалуйста, наши радужные прекрасные крылья. К сожалению, я таких же абсолютно не нашла. Я могу подставить скрины, что они есть. И абсолютно такие же крылья, только другого цвета. Как на скрине, у меня в Аваке абсолютно такие же крылья. Вот, опять же, эти же крылья, только цвет меняется. Все это очень просто делается с помощью определенной программы. Сложно? Нет, не сложно. Вот, пожалуйста, наши крылья из коробки. Сейчас посмотрим, какие крылья есть у нас в Зепета. Абсолютно такие же, только цвет другой. Отличаются только цветом и незначительным изменением формы. А так, по сути, такие же абсолютно крылья. Давайте еще посмотрим, какие есть варианты. Новогодние наши крылышки, к сожалению, сейчас остальных нет. Но вы, в принципе, видели в магазинах, поэтому можете сами сравнить. Вот, пожалуйста, смотрите, крылья, да еще и с пляшущими человечками разных цветов, анимированы. У нас есть такие крылья в Аваке, то есть сейчас их, конечно, в магазине нет, но когда была распродажа, вот, пожалуйста, те крылья, которые только что были представлены. И эти крылышки, вы знаете, тоже новогодние. А вот эти крылья у нас сделаны под стиль, сейчас скажу, Хэллоуина, я вам сейчас их тоже покажу, вы сами сравните. Ну, пожалуйста, вот наши хэллоуинские крылья. В какой-то хэллоуин они были, я их купила с глазами. Ребята, все просто. Подставляется определенная текстура. А здесь, смотрите, двойные крылья. Абсолютно такие уже у нас есть. Вот эти вот, как они называются, скелеты. Только здесь они двойные. Вот и все, ребят. Также и с вещами. Вот, пожалуйста, крылья. По-моему, они были донатные. Почему они мне запомнились? Я вот помню, что где-то я их видела. Явно в донате. А может быть, я ошибаюсь. Если что, пишите в комментариях. А на этом ролик подошел к концу. Надеюсь, он был сегодня более позитивный, чем прошлый. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки только после просмотра видео. Подписывайтесь обязательно на канал, а я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю, обожаю. Всем пока-пока. Муа.